Это очень громко и грозно. Сейчас наши гиацинты перемалывают позиции националистов на Авдеевском направлении. Один снаряд зарядить. Уровень меньше 3. От основного левее 1.28. Один снаряд зарядить. Сейчас это основная работа на Авдеевском направлении. Главная нагрузка лежит на артиллерии. Первым делом разведка вычисляет местоположение скопления войск противника с помощью радиоэлектронных, радиолокационных, оптических средств. Сейчас там в небе, хоть мы и не видим, находятся наши беспилотники. Они наблюдают за противником, затем данные передаются на специальную штабную позицию, откуда происходит корректировка огня.